Привет, красотки! Начинаю новый влог. И что у нас сегодня с вами будет интересненького? Мы будем делать вот такой ежедневный незатейливый макияж. Покажу вам очень простую технику красивого повседневного, а может даже и не повседневного макияжа. Будем с вами тестить продукты от Organic Zone. Мне пришла посылочка. И давайте, наверное, начнем с распаковки. Вот так выглядит посылочка. Моя прелесть. Мне уже не терпится ее распаковать, девчонки. Прям не терпится. Так, как всегда, все отлично упаковано, переложено, чтобы ничего, не дай бог, не пролилось и не помялось. Я, как всегда, открываю не с той стороны. Я люблю так делать. Ну, значит, будем так доставать. Первый продукт, Петруня надула. Первый продукт, который покажу, это масочка. Маска для волос с аха-кислотами, регенерирующая. Я еще маски для волос не брала. У Organic Zone у меня был шампунь наидостойнейший. А здесь у нас масочка для восстановления сухих и поврежденных волос с экстрактами лайма и грейпфрут. Такая баночка. Смотрите, информация, состав. Состав у Organic Zone, прям я когда читаю, получаю прям удовольствие. На 5-7 минут масочку написано, надо наносить. Дата производства, кстати, классная. Давайте посмотрим. Мне уже не терпится. Так. Опа. Вот какая она густая, девчонки. Вообще класс. А запах? Ой, как круто пахнет. Мой любимый аромат. Я чувствую манго, папайю, не пойму даже что. Ну, цитрус. Здесь и нарисован цитрус. Прям вот я обожаю, когда есть манго или папайя. Масло, рапса, лайм, апельсин, грейпфрут, ананас. Вы представляете, экстракт ананас уже с водичкой на первом месте. Манго, папайя не вижу в составе, но вот этот цитрусовый микс, он просто обалденный, он потрясающий. Девчонки, будем с вами тестить вместе. Масочка дорогая. Так, что тут у меня еще в большой баночке? Давайте доставать. А, что это такое? Маска для кожи. Лица освежающие. Да, я заказывала эту масочку. Вот у нас состав. Масло абрикосовой косточки. Ой, потрясающе. Без парабенов, без силиконов, без СЛС и минеральных масел. Здесь 50 мл. Баночка такая небольшая. Информация. Так, мне уже не терпится понюхать. Ее тоже, потому что выглядит она прям как минеральная маска, я вам скажу. Ой. Вот она. Вот она какая красивучая. И она, девчонки, пахнет ментолом, мяткой и какими-то цитрусами. Она чуть-чуть уже пожиже, чем маска для волос, но тоже достаточно густая. Я беру уже для нормальной кожи продукты. Мне не хочется ее уже ничем подсушивать. Она у меня сейчас в хорошем состоянии. И здесь у нас цветочная вода розмарина, голубая глина. Значит, она будет застывать все-таки. Так. Витамин Е, депантенол, почти везде у нас встречается, мать и мачеха. Но вы сами все видите, девчонки, состав супер, тоже протестируем обязательно. Так, что же у нас дальше тут в коробочке? Докопаемся, так сказать, до истины. Следующий продукт – несмываемый спрей для волос. Вот так он выглядит для стимулирования роста и укрепления волос. Мне захотелось именно не смывашку. И я в последнее время, девчонки, полюбила и заметила, что волосы у меня растут гораздо быстрее, когда я беру какой-то продукт именно для корней волос, не утяжеляющие волосы, слава богу, мне такие попадаются. И потом разношу это все и массирую кожу головы. Щеточка, я вам ее уже показывала, такая розовая Фаберлик, она тоже в свое время была у меня с Алиэкспресс. То есть здесь одновременно с активными компонентами препарата, средства точнее, вы делаете еще массаж кожи головы. И поэтому вот как-то мне вот такие продукты сейчас заходят очень хорошо. Я чувствую, что с ними у меня волосики быстрее растут. Так, девчонки, состав. Состав потрясающий. Здесь отвары трав, вода лопуха. Я чувствую, вот это средство у меня будет в любимчиках. Я прям уже чувствую. Информация, кому интересно. Производитель. Наш отечественный Пенза производит. Срок хранения 12 месяцев. Год, по-моему, практически у всех продуктов Organic Zone срок хранения. Ой, как круто пахнет. Действительно, отвары трав и цитрусовые опять я, что ли, чувствую. Прям вот похож на цитрус. Что-то цитрусовое я там чувствую. Эфирное масло сосны, да, что-то можжевельник, вот, да. Кедр, да. Классный состав.
Буду тоже тестировать, делать массаж головы. Такие продукты я сейчас очень полюбила. В формате спрея вообще, девчонки, круто. Так, дальше. Я, естественно, заказала свой любимый продукт в Organic Zone. Вот он, дорогой. Это пилинг. Это, девчонки, пилинг в стекле, поэтому смотрите, как хорошо упакован. Вы когда у меня спрашивали, какой самый крутой пилинг я пробовала когда-либо, это Organic Zone. Я вам его показывала. Он у меня закончился. Я его как раз добила до активного солнышка. И вот этот я оставлю пилинг себе на осень. Я его оставлю на осень, я просто его невозможно люблю. И пока очень хорошая цена у Organic Zone, конечно, нужно запасаться. У меня был другой, по-моему, для жирной кожи пилинг. Я взяла на этот раз с лифтинг-эффектом. И опять здесь цитрус. Я прям как подгадала все, девчонки. Смотрите, информация и состав. Состав тоже классный. Запах. Вот здесь уже точно манго, девчонки. Я не знаю, я его везде сегодня чувствую. Но здесь у нас лимонная кислота, яблочная кислота, янтарная, винная кислота. В общем, классно пахнет, тоже цитрусовая отдушечка. И я чувствую прям манго. Почему я в Organic Zone сегодня везде чувствую манго? Манго хочу, наверное. Так, следующий продукт, девчонки, это несмываемая сыворотка для волос. Она тоже приходит в стекле, поэтому тоже хорошо так упакована. Так. Вот как она выглядит, с эффектом ламинирования на миндальном и органовых маслах. Я решила прям капитально заняться восстановлением своих волос. Хочу жутко их отрастить. Состав, девчоночки. А вот он прекрасный. Информация. Будем с вами тестить. Если и тут у меня аромат манго, все. Не манго, но цитрусовых. И очень приятный сладенький. Классный аромат, девчонки, тоже просто потрясающий. Он сладенький, да, чуть-чуть орешков прям там чувствуется. Так, и еще один продукт, который не оставил меня равнодушным в первый раз. И я заказала его повторно. Это альгинатная маска Organic Zone. Вот так она выглядит, лифтинг эффект. Я уже брала ее, и мне безумно понравились их масочки альгинатные. Они крутые, они не так быстро застывают, как другие продукты. У меня была другого производителя, другая маска альгинатная, да, и как-то она так быстро застывала. Здесь у меня хотя бы есть несколько минут, чтобы как следует размешать и сделать. Мне так нравятся их маски альгинатные, они так круто подтягивают лицо. Когда у меня был затест с первой этой масочкой, я вам оставлю ссылку тогда под видео, посмотрите, и сейчас мы с вами попробуем, тоже увидите. Вот я первый раз делала альгинатную маску, и говорю, девчонки, мне кажется, у меня лицо уехало вверх. То есть оно настолько круто подтянулось. Именно вот это вот с лифтинг-эффектом я другие не брала в Organic Zone. Она мне понравилась, я решила не экспериментировать, потому что продукт наикрутейший. И да, вы мне тоже написали, что действительно крутой эффект на лицо, прям было заметно. А здесь где-то, мне кажется, раз на 4-5 ее хватает вот этого пакетика. Но раз в недельку сделать или приберечь себе куда-нибудь на выход, когда хотите быть красоткой вообще. Я обожаю этот продукт, он потрясающий. Ну что, девчонки, начинаем тестить Organic Zone. Я, кстати, вчера уже на ночь протестировала вот этот несмываемый спрей. Написано, что его на расстоянии 15-20 сантиметров нужно наносить на волосы. И про массаж тут ничего нету. Но я, девчонки, нанесла и на корни, и на длину слегка. И потом прошлась массажной щеточкой по голове. Неплохо. Сегодня на утро, по крайней мере, не утяжелились мои волосы, то есть ни корни не зажирнились, ничего. Хотя написано аккуратнее применять не очень большое количество, так как может появиться эффект грязных волос. У меня ничего такого нету, поэтому, в принципе, пока довольна. Состав здесь потрясающий, да, всякие отвары, береза, кора дуба, лопуха, шалфей, так, полынь, розмарин. В общем, классные эфирные масла, можжевельник и так далее. Пока понравилось, но здесь опять покажет время. Буду на постоянной основе прям ежедневно пользоваться. Особенно сильно буду уделять внимание коже головы. Посмотрим. Сейчас хочу вместе с вами протестировать вот эту маску для лица, для нормальной кожи. Вот, сейчас с вами умоемся, как всегда, утро у меня мицеллярным скрабиком, и будем наносить масочку. Маска у нас, девчонки, освежающая, с голубой глиной, абрикосовой косточкой. Голубая глина вытягивает из кожи токсины, а масло абрикосовой косточки способствует нормализации работы клеток. Ну что, открываю, погнали. Я даже взяла себе в этот раз кисточку для нанесения масочки. Вот как она выглядит. Сейчас будем наносить. Вообще мне очень нравится продукция Organic Zone. Она довольно бюджетная и очень достойная. Про пилинг я вам уже прям много-много раз говорила. И, наверное, не я одна. Я у многих блогеров тоже видела, что вот именно этот пилинг они хвалят и говорят, что он один из лучших. Пахнет она прям
можжевельником. Классно. Так, не посмотрела, сколько держать, только сейчас надо почитать. Так, такую маску, девчонки, я навеки не наношу. Маска, которая содержит глину или застывает на лице, навеки не наношу. Потому что веки, конечно, сушить не надо. Ой, немножко пощипывает, слушайте. Вот я такие продукты люблю на утренней основе, которые пощипывают. Прям в Т-зоне сейчас пощипывает так. Неплохо пощипывает. Вот так. Сегодня будем делать с вами макияж. А чтобы нам сделать макияж, нам нужна красивая кожа, потому что давно у меня просите повседневный макияж. Они у меня есть на канале макияжа, но давно очень я для вас не снимала ничего свеженького. Сделаем какой-нибудь повседневный, простой, но в то же время красивый. Так. И вот так. Все вроде везде намазала. Сейчас на нос хочу побольше. Холодок и пощипывание идет в Т-зоне пока только, где есть, наверное, проблемы. Угу. Все, девчонки, сколько мы с вами будем ходить? Способ применения. 10-15 минут. 1-2 раза в неделю. Ну все, через 15 минут встретимся. Ну что, 15 минут прошло, и хочу сказать, что маска не застыла в корку, она и осталась такая кремовая. Да, это круто на самом деле. Вот, смотрите, начала где-то по периметру только подсыхать, а в других местах вот она осталась кремовая. Слава богу, пока она у нас не засохла, я буду ее смывать вот таким вот спонжиком. Это, надеюсь, будет самый удобный способ. Если маски трудно смывать, я подключаю вот такую щетку из Фикса. Удобная, кстати, вещь для умывания и для смывания таких тягучих или застывших масок. Ну что, сейчас мой к вам вернусь. На лице пока до сих пор холодок. Покалывание прошло сразу же. И вот сейчас по лицу просто холодок. Холод, 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 прям мороз. Ну что, вот, девчонки, по результату. Маска абсолютно не пересушила кожу. Можете это даже видеть, да? Я на это надеялась, потому что все-таки голубая глина, да? Глина это и есть глина. Но, видимо, эфирные масла и всякие полезности, которые есть тут в совокупности, не дали ей вот работать именно как иссушающему продукту. Освежила, да, холодок на коже остался даже после снятия маски. И я вам рассказывала наподобие мицеллярного геля эффект маски из трехступенчатой системы карбокситерапия и гаммаж фаберликовский. Вот они имеют такой эффект. То есть ты продукт с лица убрал, а такое ощущение, что через твою кожу еще проходит кислород. Я обожаю подобные продукты. Маска будет у меня теперь вот эта Organic Zone в любимчиках. До сих пор холодок и сама кожа даже на ощупь прохладная. Поэтому освежает, да, освежает круто. Эта маска однозначно утренняя. Дальше тонизируемся. Девчонки, кто не понял действия сплэш маски Инью, то есть вот этот тонер, да, у меня сейчас бутылочки нету, я вам не покажу. Я вам расскажу, как сделала я. То есть сам по себе, если продукт тяжеловат, да, однозначно, или у вас жирная кожа, он оставляет блеск, я разбавила его с другим тоником. Я вот эту бутылочку фаберликовскую Асилу теперь держу, потому что мне нравится распылитель. Я разбавила сплэш-маску немного с корейским тонером и добавила большую часть, получается, вот такого тоника от Сейдоа из Фикса. Он у нас как раз для жирной кожи, матирующий, по-моему, да. И, в общем, я намешала такую мешанину, и в совокупности получилось очень крутой тонер. То есть, если вам сплэш-маска от Инью сама по себе как-то тяжеловатая, как тоник придает вам жирный блеск, разбавьте ее с другим тоником и пользуйтесь в свое удовольствие, потому что она тоже круто освежает на самом деле, с ней главное не переборщить. И я вот теперь с радостью таким тонером пользуюсь. И вот именно разбавленная она мне нравится гораздо больше. Прям у меня лицо такое мокрое, так тоником всегда прохожусь, меня аж стекает. Сейчас, когда он высохнет, будем с вами наносить вот такой крем Inuse 50 SPF. Он у нас матирующий. Девочки, вчера сидела ВКонтакте в группе, да, Эйвонской официальной. Просят многие отзывы на этот крем, особенно на крем с тональным эффектом. Вчера видела отзывы, что с тональным эффектом он не так сильно почему-то матирует, он желтенький, но, говорят, подстраивается. Говорят, подстраивается под тон кожи со временем, поэтому должен быть ничего. Сейчас тоник подсохнет, и будем с вами наносить масочку тогда, и будем делать с вами масочку, крем, и будем делать макияж. Я думаю, как база под макияж, он будет тоже очень круто работать. Ну что, девчонки, приступаем к макияжу. У меня почему-то тут пятно красное образовалось. Непонятно. Сейчас наношу крем с SPF от Inью. Мне понравился он, девчонки, действительно понравился. Мне кажется, на лето прям самое оно. С учетом того, что крема от Avon мне вообще практически ни один не подходит и не нравится. Они все какие-то плотные, забивают поры, вызывают усыпания, которые я пробовала, да?
Вот, сейчас наносим кремушек и будем приступать к макияжу. Что у меня тут покраснело? Непонятно. Сделаем с вами легкий, повседневный, но красивый макияж. Я бы его сделала без тонального крема, но буду вам показывать сейчас все этапы с легким контурингом. Тот, который мне вот прям нравится на ежедневную основу. Он занимает 10 минут, когда приловчится, да, когда у меня краснота пройдет, а? Крем пока на лице блестит, вы видите сами. Но это сейчас пройдет. Сейчас он слегка заматируется и будет супер. У меня здесь есть еще высыпание небольшое. Видимо, сказывается работа моя, где ты потеешь вообще просто в этом костюме со страшной силой. Тональный крем, естественно, мой любимый New BB. Будем использовать. Будем использовать для контуринга румяшки от Avon True в шариках. Мне от них мало пигментации, поэтому я их, видите, если там руками иногда разминаю в порошок, чтобы пигментации было побольше. В оттеночке Cool здесь все три цвета. Кисть Faber Lic будет у нас. Карандаш для бровей мой самый любимый TF Brow Academy. Вот так он выглядит. Так, и тенюшки. Наверное, будем с вами вот эти. Alvin Dior, бюджетный очень вариант. Красивый оттенок мне просто попался, мне нравится. И вот такую палеточку, наверное, с вами возьмем. А сейчас уже, к сожалению, Faber Lic нет. У меня часто девчонки спрашивают, что за тени у меня на глазах. У меня тут темные шиммером разбились. Эта палетка, к сожалению, выведена из Faber Lic. Очень удачные оттенки. Здесь пудра, румяна, два светлых оттенка и два темных. И каждый из них без шиммера и с шиммером. Вот этот оттенок круто как хайлайтер использовать. Он придает сияние глазкам. Так, и что с вами будем еще использовать? Тушь коричневая Miss Curl от Faber Lic будет у нас. И выберем какую-нибудь помадку. В принципе, наверное, все. Лицо уже начинает слегка матироваться, да, подпитывается этот кремушек. Красота моя, блин, вот здесь на переносице не проходит. Давайте наносить BB-крем. Я делаю это руками, пальцами, мне так удобней. Уже несколько каталогов, его нету. Девчонки, кто его любит, ищут его. У меня тоже, кстати, осталось немного. Я, конечно, летом не пользуюсь тональным кремом. Редко когда. Но если есть такая необходимость, что-то я много девчонки выделила, то мне не хочется, чтобы, конечно, его выводили, потому что он крутой на самом деле. Но в каталогах его нет. По-моему, 6-го каталога его вообще нет. Так, ну и все. Наносим наш тональный крем. Если у нас есть темные круги, используем еще консилер под глазки. У меня вроде такой сильной проблемы нет. Но крема все-таки я нанесла многовато. Он уже у меня заканчивается. Как же я буду без него жить, девчонки? Если наносить этот BB-крем бьюти-блендером, то может получиться эффект маски. Поэтому я делаю это руками. Я пробовала бьюти-блендером его наносить. Получается слишком плотный слой. По мне... проще это делать так. Он тоже слегка сейчас подстроится, не будет выглядеть как маска, но он достаточно плотный. Он прям плотный-плотный. Слегка на шею, на декольте, чтобы не было сильно видно переходов. Но мне он подходит. Это самый светлый оттенок BB-крема, и мне он подходит. И у меня не видно даже практически разницы с шеей. Хотя кажется, что он желтый, но потом на лице он принимает уже красивый оттенок. Не такой желтый, как в тюбике. Так, второй этап. Второй этап у нас мы будем красить с вами бровки. Карандаш вот этот я обожаю, девчонки. Я вам писала и пост в Инстаграм уже о нем. Слегка я сейчас их подкрашиваю. Прям совсем слегка. Таким образом. По границам немножко провожу, делая их пошире. И потом мы будем растушевывать, чтобы у нас они такие были не нарисованные. Видите, и неровные есть край. Как бы я этому значения не придаю, потому что я потом вот этой кисточкой все это дело подправляю. Вот таким образом. Зачесывая, вычесывая, делая внутренний, получается, край светлее вот этой кисточкой. Все немножечко вот так вот тушуем. И выравниваем. Потом можно подтереть местами
Вот так, девчонки. Ну и вторую бровку, соответственно. Бровки наши готовы, теперь приступаем к контурингу. Иногда я это делаю вот этой палеточкой от Фаберлик, она мне тоже очень нравится. Довольно деликатный контуринг, еле уловимый. Но больше всего мне почему-то нравится шариками от Эвен, потому что они с сиянием. Контуринг я вам уже показывала в видео макияж по технике Гуара Витисян, но мне нравится, он самый удачный, я делаю только так. Проходим сначала скулы как следует. Я сейчас сделаю одну половину лица, и вы увидите огромную разницу. Кто не видел эту технику с макияжем, смотрите, у меня тут покраснение так осталось. Это от чего, интересно? От тоника или от маски? Выделяем скулы. Я иногда, знаете, как захожу вот сюда, прям вниз. Вот так, слегка. Особое внимание уделяем вот тут вверху, потому что нам таким контурингом нужно добиться эффекта лифтинга, то есть подтяжки, и сузить наше личико. Затем проходимся по контуру внизу. Вот так. Затемняем его. Уже видно, да? Теперь глазки тем же самым продуктом. Мы можем одним продуктом сделать вообще все лицо. По всему веку. Ну, не заходя прям совсем под бровь. И вытягиваем вот так височку вверх. Это все, девчонки, делается очень быстро. На самом деле, это я просто сижу, снимаю, вам рассказываю. А так с утра на это уходит 10-15 минут. Уходим к височку. Вот видите, уже глазик слегка туда поднялся. И теперь линия роста волос. Вот здесь, сбоку. Слегка тоже уходим к виску, чтобы у нас как бы глазик и вот эта линия соединялись. Хочу нормальные румяна себе, девчонки, которыми я буду это делать. Такой вот оттенок. Не знаю, когда будет время, похожу по магазинам, хочу хороший продукт. Мне нравятся вот эти, но мне мало пигментации. Видите, мне приходится несколько раз туда окунать кисточку, чтобы добиться хоть какого-то результата. Хотя я их уже растолкла пальцами. Я хочу более насыщенный оттенок с бронзантом вместе и именно им выполнять такой контуринг. Так, вот смотрите, половина лица сделана, половина нет. Еще тем же самым продуктом я делаю нос. Я набираю этой же кисточкой, потом руками вот так ее зажимаю, делаю ее более плоской и прохожусь. Так, так, и вот здесь на кончике. Слегка ее вот так отряхиваю и немножечко тушую той же кистью. Нос очень важно тоже правильно контурировать, потому что если вы заедете чуть выше или совсем опустите вниз эту полосу, то у вас он получится не уже, а шире. Поэтому наблюдайте, носы у всех разные, наблюдайте, делайте перед зеркалом макияж и смотрите, где именно вам нужно провести вот эту полосу, чтобы именно ваш носик выглядел аккуратней. Так, ну вот, с одной стороной закончили, да? Теперь буду контурировать вторую. Не забываем о том, что наш контуринг не должен иметь четких границ, поэтому все как следует тушуем. И наносим слегка пудры. Я из этой палетки возьму. Потому что пудры я вообще пользуюсь крайне редко. Слегка-слегка прям под глазками. Проходимся, закрепляем это дело пудрой. И сейчас уже будем с вами приступать к оформлению глаз. Ну вот. Так, я выбрала тени. Такой он, знаете, дымчиво с сиреневым, что ли, подтоном. Оттеночек вот этот вот. Я буду наносить его вот такой вот кисточкой фаберликовской. На все подвижное верхнее веко и на нижнее веко тоже этот оттенок. Потом мы уже будем добавлять сияние другими продуктами. Мне вот этой кистью прям очень нравится. Вытягиваем внешний уголок глаза тоже к виску. И все это мягко тушуем. Нам тоже четкие границы вообще это просто избегаем их. Все тушуем, тушуем, тушуем. Слегка затемняем внешний уголок глаза. Побольше продукта набираем туда. Либо используем другой оттенок теней. Но я люблю, знаете, такой минимализм, когда взял три продукта и накрасил ими все. Я даже вот этими тенями пробовала делать контуринг, тоже круто. Все, вводим к внешнему уголу глаза к виску.
Все подтушевываем, чтобы нигде не было четких границ. То же самое со вторым глазом. И нижнее веко я подвожу именно такими кистями, потому что, ну, вот эти все-таки пылят. Нижнее веко. Вот таким образом. Это такой нюдовый оттенок, универсальный, поэтому люблю вот именно подобные оттеночки на повседневке. Ну, вот один глазик готов уже, тени, сейчас второй. Я придвинулась к вам поближе, чтобы было лучше видно. Тут слегка падает тень от света. Если тени слегка осыпались, убираем их кистью. И сейчас будем наносить светлый оттенок теней. Это могут быть любые тени, жидкие, классные есть, и Waven, и Faberlic. Но я решила выбрать именно такой, не сильно броский оттеночек. Я набираю другой кисточкой этот оттенок. И мы будем наносить с вами на серединку глазика, приблизительно над зрачком. Этот освежающий оттеночек, чтобы придать сияние глазкам, да, и свежести. Я не знаю, передает вам камера или нет, но это в жизни видно. Вот так посерединке слегка тушуя границы, тоже, чтобы это не бросалось в глаза. Получается, видите уже, да, вот этот глазик посвежей. То же самое со вторым. И будем делать с вами стрелку. Вот так тушуем границы. Этот же оттеночек теней можно сделать слегка в уголочек для сияния. И этот же оттенок можно сделать под бровку. Чуть-чуть. Для сияния, видите? Вот так. Хотя у нас там и так сияет, потому что мы использовали румяна-шарики, да? Но так будет еще лучше. Для стрелочки, девчонки, я выбрала вот такой карандашик Avon True Color, коричневый. Вот он. Оттенок, если здесь есть, Cosmic Brown. И им я сейчас буду делать... Не именно стрелку, да, а прокрашивать межресничное пространство, немножечко вытягивая глазик, немножечко слегка. Она будет не сильно заметная, но тем не менее она сделает наши глазки крупнее и выразительнее. Начинаю от внутренней стороны глазика, да, тихонечко вот такими вот движениями, прям по контуру ресничек. И если у вас вдруг есть пробелы между ресничками, да, они бросаются в глаза, то мы таким вот образом их заполняем. Можно этот карандашик потом даже и растушевать, кому не идет вот именно такой способ нанесения стрелки. Доводим до конца глазика. Но вообще для каждого разреза в глаз своя стрелка. Девчонки, тоже садитесь перед зеркалом и экспериментируйте. Я иногда себе прям с классической стрелкой не нравлюсь, и поэтому я вот делаю именно таким образом. Как следует межресничное пространство прорисовываем. Я на слизистую не залезаю, мне это кажется некомфортным. И тем более продуктов действительно достойных, которые безопасно можно наносить на слизистую, не очень много существует, да? Поэтому я делаю вот таким образом. Так, и теперь слегка вытягиваем уголочек кверху. Чуть-чуть, прям вот маленький кончик. Маленький-маленький. Я не люблю такую прям мощную стрелку. Я делаю именно вот так. Чтобы он нас смотрелся, смотрим красиво и при закрытом глазе, и при открытом. Чтобы у нас, особенно если есть нависшее веко, когда мы открываем глазик, эта стрелка не шла вот так вниз. Иначе будет вообще такой эффект заплаканный грустных глаз. Да? Нам нужно немножко уводить этот кончик кверху, чтобы когда мы глазик открывали, у нас он смотрелся, она нашла вверх. Вот, девчонки, вот такая стрелка получилась. Кто не любит такие четкие стрелки, значит, берем кисть и вот так слегка ее тушуем, пока она у нас не застыла, потому что этот карандашик от Avon, он держится как влитой. Вот так слегка подтушевали, уже немножко такой другой эффект. Тоже делаю самое со вторым глазом. Ну вот, девчонки, обе стрелки готовы, обе я подтушевала. Я уже себе нравлюсь. Последние дни так редко приходится краситься. Ну все, тушь. У нас с вами осталась тушь. И выберем какую-нибудь помадку. Тушь коричневая классная. Она мне очень нравится. Но я, девчонки, в следующий раз буду брать малиновую тушь из линейки Glam Team.
Не знаю, мне прямо она запала в сердце, хоть это тоже классно, и классно разделяет, и никаких комочков, и коричневый взгляд естественный. Но вот кто, у меня прям лежит душа. Не могу. У меня с ней ресницы до бровей, как накладные. Вот выпустили бы они такую коричневую, я бы ее с огромным удовольствием брала. Тут же реснички накрашены, другое дело, да? У нас гром гремит. Я уже слышу там подоконнику дождь, и прям гром капитальный. Грозы замотали у нас, даже не дожди, девчонки и мальчишки, а грозы. Каждый день грозы, гром, молния. Я уже сбилась со счету. Третья гроза была еще в мае, по идее, купаться, а что-то холодно. Но вообще к выходным, даже с завтрашнего дня у нас 23, а потом 25-28. Представляете? Я люблю, вот для меня это комфортная температура, 25-28. Прям вот я обожаю больше всего. Я бы в таком климате жила, наверное, всю жизнь. Вообще с возрастом меня все чаще посещают мысли о том, что я хочу жить на юге. Даже не то, что именно возле моря, хотя это тоже важно, а именно вот в южном климате. Мне в нем комфортнее, я себя там хорошо чувствую. Что-нибудь типа Ростова, Краснодара. Может быть, записать, девчонки, это как свою мечту и стремиться идти к ней. Я наношу обычно два слоя туши, что сейчас и делаю. С ресничками закончено, уже такой более-менее приятный такой кукольный вид. Забыла нанести хайлайтер над губкой. Как хайлайтер? Я опять взяла этот оттенок теней. Люблю универсальные продукты, девчонки. Здесь у нас и так все блестит, я больше никуда его не наношу, потому что у нас контуринг был с шиммером. Так, и губки мы с вами накрасим вот таким карандашом. Я делала уже вам на него сводчи. По-моему, это видео про покупки Магнит Косметик. Sexy Lips. Он называется, это Beauty Bomb, второй номер, девчонки. Вот как он выглядит, это затачивающий карандашик, нюдовый, очень красивый нюдовый оттенок. Магнит косметик брала за рублей 190, мне кажется. Я сначала прорисовываю этим карандашом контур, миллиметра два заезжая за границы, чтобы сделать наши губки более пухлыми. И будем прорисовывать серединку. Знаете, такое негласное правило, не правило, поговорка визажистов: подари клиенту миллиметр губ, и он идет от тебя счастливым. Ну вот правило. И все. Мы с вами, красотки, отправляемся покорять мир. Ну, я покорять его буду каким образом? Чистота – это наше все. У меня сегодня по плану уборка. Если какие-то вопросы возникли по макияжу, карандаш Beauty Bomb, кстати, очень, девчонки, советую. Если у кого-то такие продукты сушат губки, значит, наносим бальзамчик сверху. Смотрите, какой красивый нюд. Вообще обалденный. Макияж на самом деле не затейливый, очень простой, 15 минут просто и красота. Повязку я сейчас снимать не буду, потому что на голове у меня бог знает что. Сейчас буду убираться, мыть полы. Не надеюсь, что к вечеру кончится дождь. Пойду немножко прогуляюсь, потому что мне сейчас жизненно важен просто кислород, потому что частенько приходится на работе. Происходит, короче говоря, кислородное голодание. Дышать нам там особенно нечем. Вот. Поэтому надо обязательно гулять, держать себя в форме, чтобы не заболеть. Еще нам с вами осталось протестить альгинатную масочку. Будем тестить с вами маску для волос и не смывашку от Organic Zone, но это уже, наверное, теперь на следующий день, точнее, через день. Завтра мне на работу. И мы с вами приду, обязательно будем тестить остальные продукты от Organic Zone. Мне безумно не терпится, но вот они у меня стоят, ждут своего часа. Пошла убираться.